нас спасала Украина, чисто географически. Если бы у нас была общая граница с Россией, я думаю, что сейчас мы бы с вами не разговаривали. Кремль понимает, что он может потерять Молдову. Кремль не играется в какие-то там переговорные процессы. Кремль делает ставку, если называть вещи своими именами, на государственный переворот. Сегодня Путин не смотрит ни на международное право, ни на договора. Если бы Украина не выстояла, то мы были бы следующими. Справедливый мир в Украине – это главное условие, чтобы можно было строить какие-то планы. Это телеканал «Freedom», я Сакен Аймурзаев, проект «Люди доброй воли». Герои этой программы где и как могут поддерживают Украину в ее героической борьбе против российской агрессии. И сегодня я с радостью представляю вам молдавского политика, депутата парламента Молдовы, видного общественного деятеля Уазу Нантоя. Уазу Нантой – молдавский политик, депутат парламента Республики Молдова, эксперт по вопросам приднестровского урегулирования. Родился в 1948 году. Высшее образование получил в Техническом университете Молдовы по специальности инженер-электрик. Был директором программ в Институте общественных политик в начале 90-х, сооснователь Социал-демократической партии Молдовы. В 2007-2009 годах муниципальный советник Кишинева от фракции Демократической партии Молдовы. В 2012 году баллотировался на должность президента республики. По итогам выборов в 2010 и 2019 годах прошел в парламент. Здравствуйте, Уаза. Рад видеть вас в этом формате, где мы можем поговорить не только о новостях, немножко шире. Здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Надеюсь, разговор получится и содержательный, и интересный. Я смотрел, как вы начинали свой путь. Вы занимались наукой в конце советской власти. А когда вы решили для себя, что наука – это не совсем то, и надо переходить к более активной социальной и политической жизни? Я работал в Академии наук, я был инженером, да, я занимался электронным парамагнитным резонансом, писал статьи. Все было очень интересно. Потом пришла перестройка. Она, к сожалению, до Молдовы докатилась с опозданием где-то почти на 3 года. Меня что-то потянуло на гражданскую активность, не политическую, а гражданскую. И так получилось, что 13 октября 1989 года мой статус резко изменился, потому что меня вдруг избрали зампредседателя Совета Народного фронта, ответственного за межнациональные отношения. Тогда все были помешаны на межнациональных отношениях, и я сразу попал в самую гущу событий. Я ездил и на юг, где сейчас наша гагаузская автономия, я ездил и на левый берег, встречался с людьми в Приднестровье, да. Ну и, конечно, после этого о науке я забыл, к сожалению. И меня понесло по этой траектории, что я успел побывать и советником президента, и безработным, и в правительстве работал. Ну, где-то в 2000 года я, наконец, нашел себя в качестве директора программ по региональным конфликтам в Институте общественных политик, откуда я уже начал поддерживать Майю Санду, партию действий «Солидарность». И с 2019 года в этой команде я нахожусь в парламенте. Когда смотришь на новейшую историю Молдовы с 91 года, такое ощущение, что по бурности, активности политической жизни, разве что с Украиной можно сравнить, с Россией точно нельзя сравнивать. Много президентов, огромное количество премьеров, правительств, общественные волнения. В чем секрет вот этой такой активной жизни политической? Я скажу, может быть, для начала не очень популярную вещь, но нас спасала Украина чисто географически. Потому что если бы у нас была общая граница с Россией, я думаю, что сейчас мы бы с вами не разговаривали. А второе, это я не страдаю историческим детерминизмом, но Республика Молдова – это такой проект, абсолютно искусственный, который появился только благодаря тому, что 2 августа 1940 года в Москве был принят закон о создании Молдавской Советской Социалистической Республики после того, как по соглашению между Гитлером и Сталином
28 июня 1940 года Бессарабия была аннексирована, возвращена в состав Советского Союза. И, как вы понимаете, границы этой республики тоже были достаточно произвольными. И на территории этой республики советский режим проводил политику создания молдавской социалистической нации. Что значит молдавская социалистическая нация? Это железный занавес вдоль прута, никаких контактов с Румынией. Это насаждение румынофобии, это русификация, это насаждение примитивного молдовинизма. И эта политика дала свои плоды, не говоря уже о том, что левый берег Днестра, в отличие от междуречия Прута и Днестра, не имел опыта нахождения в составе Румынии. Бессарабия с 18 по 40 год была в составе Румынии, и это наложило свой отпечаток. А левый берег все время был в составе Советского Союза. И если вспомнить цифры из переписи населения 89 года, то левобережье Днестра составляло 12% территории Советской Молдавии, 17% населения и 30% промышленного потенциала. Не говоря уже о том, что на левом берегу были подразделения бывшей 14-й армии. То есть левый берег был очень сильно русифицирован, и советский менталитет, и румынофобия там были значительно глубже. И когда началась наша перестройка, то, конечно, я помню, как мы осознавали в Народном фронте, что мы не способны последовать за прибалтийскими государствами. Потому что у прибалтийских государств, в отличие от нас, был прецедент государственности до аннексии в 1940 году. И была национальная идея восстановления государства. У нас прецедента государственности не было. Не говоря уже о том, что 5 июня 1991 года, когда был принят закон о гражданстве, то право на гражданство получили те люди, в том числе и те люди, которые просто имели советскую прописку на момент принятия закона. И поэтому, если кто-то помнит историю нашего Приднестровского конфликта, некто Игорь Николаевич Смирнов, который в 1987 году был послан директором завода в Тирасполь, сам он родился 23 октября 1941 года на Камчатке, он благополучно стал гражданином Республики Молдова. И поэтому у нас, с одной стороны, не было этого проекта государства в нашем коллективном менталитете. Могу добавить такой неприятный факт, что молдаване по советской классификации, 83% жили в селах, города были русифицированы тотально, и, соответственно, жили в этих гетто, которые назывались колхозами, и проходили через эту систему промывания мозгов советской идеологии. Поэтому наша траектория политическая, она в значительной степени несет на себе отпечаток этого прошлого. Могу только сказать, что когда 27 февраля 1994 года в Молдове состоялись первые выборы по партийным спискам, первые в условиях независимости, то граждане Молдовы массово проголосовали за прошлое. Да, у нас менялись президенты, но первые три президента были бывшими членами ЦК Компартии Молдовы. Да, у нас были выборы регулярные, у нас не было захвата власти. Но были и кризисы, когда 7 апреля 2009 года молодежь вышла на площадь и протестовала. Были и кризисы, связанные с тем, например, когда в 2003 году бывший президент Владимир Воронин от великого ума попросил Путина помочь в разрешении Приднестровского конфликта. И, конечно, Путин прислал Дмитрия Козака, доверенное лицо, который на основе челночной дипломатии между Тирасполем и Кишиневым положил на стол так называемый меморандум Козака, который должен был быть подписан 25 ноября 2003 года в присутствии Путина. Но в ночь перед подписанием с Ворониным убедительно поговорили представители одного посольства заморского, да, или заокеанского, и Воронин отказался, и случился грандиозный скандал,
После чего Воронин резко переобулся и стал проевропейским коммунистом, чтобы спасти свою шкуру. Ну вот и все эти вот колебания. Когда Воронин, коммунист, был президентом, у нас были подписаны основные документы с НАТО, например, да. Мы нейтральная страна. Потом мы прошли через позор захваченного государства. В области появились протестные настроения, которые символизировала Майя Санду. И вот этот нарыв лопнул в 2020 году, когда Майя Санду победила кремлевского ставленника Игоря Дадона. И потом пришел 2021 год, когда партия «Действие и солидарность», которая идентифицируется с Майей Санду, получила 63 мандата из 101 по итогам выборов 11 июля 2021 года. И сейчас, наконец, преодолен Рубикон, начало переговорного процесса с Евросоюзом. И в то же время на 20 октября назначен референдум по изменению Конституции с включением европейской перспективы и президентские выборы. И, соответственно, Кремль делает ставку на то, чтобы сорвать это, потому что в противном случае Кремль понимает, что он утратит контроль, утратит шансы вернуть под свой контроль Республику Молдову. То есть, поэтому знаешь, обстановка немножко нервозная, но, в общем-то, и это тоже надо пережить. То есть, если посмотреть на эти годы независимости, вот вы точно уж помните все события, сейчас какая степень угрозы? Она сравнима с чем-то, что было до? Или сейчас какая-то особенная ситуация, опять же, из-за войны, из-за того, что мы видим в Грузии, и Молдова все время возникает в списке потенциальных целей путинского режима. Вот сейчас самый опасный момент с начала независимости? Да, сейчас планы Кремля наиболее агрессивны применительно к Молдове, потому что до этого, до начала агрессии фронтальной против Украины, Россия рассчитывала на так называемый Приднестровский конфликт. Россия рассчитывала навязать такое решение, в кавычках, конфликта, которое превратило бы Молдову в управляемое из Кремля псевдогосударство с гарантированным российским присутствием. Это и меморандум Козака такое предусматривал. И более того, после Минских соглашений Кремль рассчитывал через своего агента Дадона пропихнуть такое решение в Молдове, которое потом могло бы стать прецедентом для Украины. Но после того, как у нас сменилась власть в Молдове, после того, как Молдова стала быстро двигаться в сторону Европейского Союза, и Европейский Союз также, европейская бюрократия, изменил свое отношение к перспективе вступления Украины и Молдовы в Евросоюз, Кремль понимает, что он может потерять Молдову. И уже эта идея, что контролировать нас через так называемый Приднестровский конфликт, не сработает. И поэтому сейчас появились вот эти вот проекты, в кавычках, под названием «Блок Победа», который там устраивает какие-то сходки в Москве. Поэтому мы видим, как Кремль пытается использовать гагаузскую автономию для дестабилизации ситуации в Республике Молдова после того, как некто Илон Шор просто-напросто купил с потрохами, чтобы называть вещи своими именами, и эту автономию, и так называемое руководство этой автономии. Поэтому ставки высоки в том смысле, что сейчас Кремль не играется в какие-то там переговорные процессы. Кремль делает ставку, если называть вещи своими именами, на государственный переворот. И вот буквально планы Кремля достаточно легко просчитываются. Вот буквально какой-то деятель МИДа России, это Министерство пропаганды, он комментировал, что происходит в Молдове. И вот я цитирую его слова. «Репрессии и произвол, практикуемые официальным Кишиневым, вызывают все более острую реакцию со стороны молдавского народа. Действия властей вынуждают жителей страны консолидироваться для противодействия чуждым интересам и ценностям,
которые обрекают их и их детей на нищету и бесправие. Выходит к рампе некто Маша Захарова, выбрасывает какие-то обвинения в сторону Молдовы, в сторону президента страны в особенности. И пятая колонна это все подхватывает. И я здесь должен сказать, что у нас практически треть жителей Молдовы, практически треть, это немало, это разделяют позицию Кремля применительно к агрессии против Украины. И, может, они этого и не понимают, что означает русский мир, безусловно. Но они вот готовы голосовать за эти кремлевские проекты. Поэтому от нас требуется сейчас мобилизация, от нас требуется очень такая кропотливая и в то же время массированная разъяснительная работа, потому что далеко не все наши сограждане читали несколько строчек из Копенгагенских критериев. Идет гибридная война. Она немножко парадоксальна по той простой причине, что Молдова не находится в такой ситуации, например, как Украина. Поэтому у нас в Кишиневе действует еще Россотрудничество, да? У нас есть договор о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией, который никто не расторгал. Но вы понимаете, сегодня Путин не смотрит ни на международное право, ни на договора о дружбе и сотрудничестве. И я прекрасно понимаю, что если бы Украина не выстояла, то мы были бы следующими. И тот факт, я всегда обращаю внимание на этот момент. После 24 февраля 2022 года Молдова практически не упоминалась в Кремле. Молдова стала упоминаться в Кремле после того, как путинский блицкриг провалился. Появилось понятие «война на истощение». И тут оказалось, что Молдова, помимо того, что мы, так сказать, имеем проевропейское руководство и идем по пути европейской интеграции, тут еще оказалось, что у нас 1222 километра общей границы с Украиной, то через территорию Молдовы проходят важные инфраструктурные проекты, особенно в тот период, когда была портовая блокада. И, соответственно, Молдова является соседом с Румынией, страна НАТО, страна член Евросоюза. И если бы Кремлю удалось спровоцировать в Молдове хаос и устроить здесь под прикрытием народного возмущения государственный переворот, это, конечно, было бы сильным козырем для фюрера из Кремля. Поэтому вот сейчас мы наблюдаем вот такое вот обострение ситуации, и поэтому нам приходится мобилизировать все ресурсы для того, чтобы сохранить стабильность и гарантировать право граждан на свободное волеизъявление 20 октября. Все ждем тоже этой даты. И, понятно, важнейшие выборы и в Молдове, и в Грузии тоже в октябре будут парламентские выборы. Очень важные исторические моменты. Оазу, а что европейские партнеры, союзники Молдовы, госпожа Санду, президент в прекрасных отношениях с европейскими лидерами, что Штаты, они осознают, вы доносите до них критичность момента? Безусловно. Потому что когда 9 июня появилось совместное заявление Соединенных Штатов, Канады и Великобритании о планах Кремля свергнуть власть под прикрытием народного возмущения, я, так сказать, иронически улыбнулся. Планы Кремля легко просчитываются, и нам оказывается поддержка для того, чтобы мы смогли, как я сказал, сохранить стабильность и обеспечить право граждан на свободное волеизъявление. У нас как никогда тесное сотрудничество с Румынией. А, как вы понимаете, переводчик нам не нужен. Конечно, нам оказывает поддержка страны Евросоюза. И когда я вспоминаю 1 июня 2023 года, когда в Молдове был этот европейский политический саммит, когда лидеры 47 стран приехали в Молдову, то это был очень внятный, пусть и символический, но жест в поддержку Республики Молдова. Потому что это был месседж, адресованный Путину. Путин, не трогай Молдову, мы, так сказать, берем ее под свое крыло. Но когда я говорю эти слова, это вовсе не означает, что
кто-то нас должен защищать вместо нас. Есть абсолютная ответственность наша, гражданская, и руководство страны. И, конечно, мы сталкиваемся с серьезными вызовами. Мы, мягко говоря, завязли, система оказывает сопротивление. А если коррупция еще остается в системе государственной власти, значит, Путин использует эти моменты. Но сейчас, я говорю, мы учимся. Борясь против инструментария гибридной войны, мы не можем идти по пути ущемления фундаментальных прав и свобод наших граждан. Конечно, и очень сложная борьба идет за то, что как пресекать незаконное финансирование из России, направленное на подрывную деятельность. Вот я уже забыл, сколько раз мы в парламенте снимали иммунитет с госпожи Марины Таубер. Это из, как мы говорим, из организованной преступной группировки ТОРа. И та же самая глава Гагаузии, которая Евгения Гуцул, против которой есть уголовное дело, дела переданы в суд, а в судебной системе, я предполагаю, так аккуратно говорю, есть определенные системные проблемы. Поэтому ситуация сложная, нам оказывают поддержку. Не говоря уже о том, что я в тысячный раз повторю, что нас защищает Украина. Но это значит всего лишь, что мы должны мобилизовать свои ресурсы внутренние. Мы должны работать над тем, чтобы граждане осознали вызовы, риски и ответственность гражданскую каждого перед 20 октября. Угу. Поэтому ситуация, с одной стороны, оптимистичная. Мы начали переговорный процесс, нас поддерживают, для нас открыты двери. Надо держать ухо востро, потому что Москва в белых перчатках не работает. И я как повторяю, Москва уже понимает, что так называемым приднестровским конфликтом нас уже не удержишь, особенно с того момента, как было заявлено, что Молдова может быть принята в Евросоюз и в условиях юридического нерешенного конфликта. Да. Поэтому ставки выросли перед 20 октября, и, возможно, Москва пойдет на обострение, попытается. Я помню все эти протестные акции, которые были в Республике Молдова на протяжении этих десятилетий. И мы понимаем, какой сегмент общества готов искренне выходить на протестные акции. А среди сторонников Кремля таких нет. Если мы сумеем пресечь незаконное финансирование, то окажется, что и этот протестный потенциал не так уж велик. Надеюсь, вам это удастся, учитывая, насколько Россия в этом поднаторела в теневых финансовых операциях. Меня совершенно поразила цифра в треть граждан Молдовы, для которых не все так однозначно в отношении войны. А чего тут больше? Это пропаганда России, это неприязнь Украины как беспокойного соседа. Где корни вот этого непонимания? Мне кажется, сейчас уж до кого, до жителей Молдовы должно было дойти, что происходит. Вот когда оглядываешься в прошлое, пытаешься понять, откуда это взялось. Могу вам привести шокирующие цифры на первый взгляд. Когда я работал в Институте общественных политик, наши опросы пользовались доверием, никто не пытался нас обвинять в ангажированности и так далее. И вот 2014 год, ноябрь, после аннексии Крыма, да, в Молдове проводится соцопрос, и оказывается, 64% граждан Молдовы на правом берегу Днестра высоко и очень высоко оценивает Владимира Путина. Оказывается, 72% граждан Молдовы, которые считают себя украинцами, считают, что Крым вошел в состав России легитимным путем. Да? И среди этнических украинцев в 2014 году 83% очень высоко оценивали Владимира Путина. То есть, когда я говорил о нашем советском прошлом, то этот менталитет Homo Sovieticus, он превалировал над той пятой графой, которая была в наших внутренних паспортах и где было написано «национальность». И вот эта совковость, она
наложилось на тот, на все шоки и неудачи нашего перехода к рыночной экономике. Потому что, когда мы говорим, что Молдова — аграрная страна, так, извините, 53% жителей Молдовы жили в сельской местности. По плотности населения Республика Молдова была на первом месте в Советском Союзе. И когда рухнула эта фальшь под названием колхозы и совхозы, то оказалось, что этот сегмент общества не удел. И начался, с одной стороны, исход граждан Молдовы, а с другой стороны, люмпинизация. Есть еще категория, которые не выучили язык страны, которые не живут, и они все эти десятки лет питались русской пропагандой. Да? Вот они становятся благодатным материалом для манипуляции со стороны российской пропаганды. Я не являюсь сторонником исторического детерминизма, но создается впечатление, что мы еще от прошлого не оторвались. Да, есть уже новое поколение. Регулярно читаешь в интернете, как команды молдавских школьников на международных олимпиадах получают золотые медали. Это поколение с теми, которые любят Путина, они формально живут в одной стране, но они друг друга абсолютно не понимают. Им не о чем говорить. И это специфика нашего общества, которое с трудом избавляется от прошлого. И избавление от прошлого идет сложно. Потому что когда пару лет назад я был в командировке в Литве, как мы говорили, отдыхали душой. Это консолидированное общество. Да, есть власть, есть оппозиция, но... Ну, это нормально, как совковости. Везде. Везде есть споры свободных стран. Но нет совковости. Да. И самое страшное, я говорю, что одно дело, когда там 25 лет назад там ностальгия по Советскому Союзу, а сейчас не видеть эти преступления против человечности, которые совершает этот путинский режим, и не осознавать, что в России сформировался фашистский режим с ядерной бомбой, это мне сложно понять. Здесь я разделяю ваше недоумение. Но, тем не менее, это факт. Хотелось бы тоже о будущем закончить вопросом. Что должно произойти с Молдовой, чтобы вы, вот тот, кто в конце 80-х почувствовал этот зов к активной политической жизни, мудрый политик, сейчас уже бы сказали: моя карьера политика, мой путь был успешным, все было не зря. Вы знаете, когда я сталкиваюсь с политическими оппонентами, и они говорят: вот, если бы не война в Украине, никто бы нас из Евросоюза, никто бы нас и не смотрел. Я говорю: вы категорически не правы. Потому что изменение отношений к нам со стороны Евросоюза — это заслуга граждан Молдовы. Граждане Молдовы сконсолидировались и избавились от позора захваченного государства, когда 15 ноября 2020 года проголосовали за Майю Сан. Граждане Молдовы продемонстрировали, что мы цивилизованная страна, когда оказали всемирную поддержку украинским беженцам, невзирая на наши скудные ресурсы. Общество меняется в лучшую сторону. Да, не так быстро, как хотелось бы, но такова жизнь. К сожалению, практически миллион наших граждан, а для Молдовы это очень много, находятся за пределами Молдовы. Но наша диаспора поражала страны, в которых они живут, своей мобилизованностью и своей, так сказать, осознанием важности участия в выборах в Молдове. Поэтому изменилось и отношение Европейского Союза к нам. Поэтому, конечно, справедливый мир в Украине — это главное условие, чтобы можно было строить какие-то планы и говорить о каких-то, скажем так, перейденных Рубиконах. Но в конечном итоге, если говорить только о Молдове, то, конечно, нам нужно сохранить мир. Нам нужно преодолеть вызовы и 24-го, и 25-го года, потому что у нас 25-й год будет очень сложный. Парламентские выборы. Нам нельзя расслабляться, нам нужна консолидация общества, нам нужен мир, справедливый мир в Украине. И тогда это будет процесс, который придаст смысл существованию Республики Молдова как государства, которое когда-то появилось как чисто сталинский проект,
а теперь имеет шанс стать реальным государством с гражданами, которые будут ценить его существование. Удачи вам, УАЗу, на этом пути, вашим соратникам. Мы все, поверьте, благодарим вас за то, что вы переживаете за происходящее в Украине, за Украину в первую очередь. И мы взаимообразно переживаем за вас, за свободную, независимую, процветающую европейскую Молдову. Удачи, спасибо. Спасибо вам, всего вам доброго. Это был УАЗу Нантой. Оставьте ваши комментарии под этим интервью, с интересом прочитаем их. Поделитесь этим видео и подпишитесь на наши аккаунты в социальных сетях. Я Сакен Аймурзаев. Увидимся, как всегда, через неделю. Берегите друг друга и берегите Украину.